Уважаемые коллеги, в общем, девчата нас буквально поздравили 7 мая. Вы прекрасно видели, как они нас поздравили, как замечательно они провели торжественный вечер, как говорится. Конкурсы придумали всякие, стихи там рассказывали. В общем, нам не надо упасть лицом в грязь. Давайте, жду от вас предложений, надо нам тоже, как бы, как говорится, хорошо, красиво поздравить наших девчат. А может, как ты сходишь? Национальный клуб бы я сходил. Вы какие-то вялые со всеми. Давайте завтра соберемся, а что? Давайте завтра, мне сегодня не надо. Давайте завтра соберемся. Все, давайте завтра, пошли. Пошли, пошли. Уважаемые коллеги, вот второй день уже. Что-нибудь придумали? Какие идеи есть? Что у вас? Все-таки ночь прошла, подумали, наверное, давайте. Какие? Еще же время есть же? Время есть, да. А во сколько будем скидываться? Кто сколько сможет? Давайте конкурс сделаем. Конкурс сделаем. Игорь Иванович, ваше, как всегда, предложение закрыть. Танцевальный клуб бы сходить, там оторвались бы. Пополнил. Да, один раз. Дальше еще, еще предложение, давайте. Будьте активнее. Может, здесь ОКК будем делать? Здесь сцена, здесь микрофоны, здесь колонки и так далее. Можно все здесь устроить. Не, ну у меня тоже эта работа полно загружена, там эти кем там, еще. Бакир, у меня предложение, давайте поближе соберемся. 8 марта, то всего 3 дня прошло, как девчонки нас поздравили, там будет время там. Да. Ну хорошо. Время действительно много, но потом не говорите, когда поздно останется вот 2-3 дня. Еще. Чтобы потом у вас не было как бегать, перепуганные. Что будем делать? Как будем делать? Ну все, давайте пойдемте на ближе к 8 марта. Хорошо было бы в ресторане, в кафе какой-нибудь, но это нам копейка обойдется. А сейчас копеек нету. Игорь Иванович. Модер Токинг позовет. Модер Токинг это хорошо. А есть? Хватит наших финансов? Давайте. Давайте складываться посмотрим. Кто сколько сможет, давайте, говорите. Вот, у меня есть. Сколько есть сейчас? Последние. 500 миллионов. Еще? Давай, давай. Там у меня был последний бизнес. А вот у меня вот на обед выложишь? Да. Вот посильно отдаю, отрываю от сердца. На сигарет оставил. Курить придется бросить. Сколько мог от семьи вывал? С такой суммой нас даже в кафе не... Не запустим. У меня предложение, ну раз у нас сумма не собирается, давайте сами споем. Когда будем репетировать? А зачем репетировать? Прямо на сцене и споем. Сегодня день особый, правда? Прекрасный праздник у весны. Сегодня день 8 марта. La 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 Эй, девчонки, как настроение? Принимайте поздравления. Кто-то дарит цветы, подарки, а кто-то любит доллары, марки. Будьте проще, любите крепче, и жить всем станет намного легче. Каждой весною всегда и опять с мартом восьмым будем вас поздравлять. Трек мой громко звучит, друг твой в двери тихо постучит. А по жизни вокруг капканы ты откроешь, а там тюльпаны. Трек мой громко звучит, друг твой в двери тихо постучит, а по жизни мерцают блики, ты откроешь, а там гвоздики. Лай, ла-ла-ла-ла.
Сколько можно, столько нужно. Поздравляем, скажем дружно. Пожелаем, помечтаем, но от солнца не растаем. Будьте проще, любите крепче, и жить всем станет намного легче. Каждой весной всегда и опять. С мартом восьмым будем вас поздравлять. Трек мой громко звучит. Друг твой в двери тихо постучит. А по жизни вокруг капканы. Ты откроешь, а там тюльпаны. Лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай. 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 Трек мой громко звучит. А по жизни вокруг капканы. Друг твой в двери тихо постучит. А по жизни мерцают блики. Ты откроешь, а там гвоздики. Трек мой громко звучит. Друг твой в двери тихо постучит. Поехали. Будьте легче, любите. Пойдем еще раз. Заходи. Гирка Кигендешер. Заходи. Ну, в конце. Пошел. Давай. Вы подождите, подождите. Давай что-то там на сколько. Нельзя. Можно, можно. Давай, давай, заходи, блин. Заходи. Давайте. Потише поставь. Потише поставь, там же шею просто. Ты прям можешь все слышать. Но громко звучит. Какие вы все время наезжаете, как бы, давайте чуть поконкретнее так. Все время, ну, вы всякие версии толкаете. Не-не, давайте верку сердючку. Че, есть что ли выходы наверху сердючку? Че за вопрос подкрылся? Нет, ты реагируешь, что это, блин, импровизация идет. Полным все сидите, как без стакана, да? Че там? Три, четыре. Сейчас посмотрим, что получится. Сними, сними, она съемки забирает. Все мирно было, только на день. Все нормально было, разворовывает. Я зал.